Вот это впереди, это тролли, которые ездят между, ну, в этом. Короче, туда можно. По-моему, он бесплатный, но я не буду врать, может и нет. Он шаттл, шаттл называется. Так, все, паркуюсь. Сейчас будет место, паркуюсь. Пляж-монтаж. Начинаю пляж-монтаж. Видео про пляж-монтаж с паркинга. Дорогая Калифорния. $1.50 за час. Написано, вот это место вот на ту машину. $1.50 можно покупать по 15 минут. Вот, я заплатила $3 за 2 часа. Я во Флориде $3 плачу за час. Вот. И вы мне расскажите про дорогую Калифорнию. И дешевую Флориду. Идем, наверное. А, идем сюда. А как пойдем, так пойдем. 2 часа, у меня есть 2 часа. Все, идем с вами на пляж. Так, я не поняла, в какую нам сторону. По-моему, нам не в эту сторону надо. Ну, зайдем сюда, потом пройдем в другое. В другой вот этот. Я не сюда заезжала, я там заходила, там, где вход в отель. Вот там. Но здесь, по-моему, может, мы здесь и были, я не знаю, я не помню. Вот не помню этого куска. Смотрите, посидеть на лавочке, помедитировать на море. Да? Здесь можно в ресторан пойти, у них там хороший, ну, неплохой, а, да, все, мы так пройдем, хорошо. Здесь неплохой ресторан, а вот паркинг, не понял, три часа паркинг, можно сюда на паркинг, сколько, очень удобно, можно, я не знала. Как хорошо, смотрите, паркинг можно 3 часа себе заплатил и прямо на этом, посмотрите вот на это чудо. Крым напоминает Крым. Такой, вот это типично, ну, конечно, не там по-другому, но очень напоминает Крым. Растениями, запахами очень напоминает Крым. Но здесь, конечно, цивилизация. Несравнима с Крымом, да? У меня ноги в песке, и я в домашних тапочках. Мне так плохо ходить. Вы себе не представляете, не плоские эти тапки. И для собачек вот кулечки, пакетики, кто не свои не взял. И вот это все отель. Дорогой отель, но такой хороший отель. Ну, не такой, чтобы очень-очень дорогой. Там есть и подешевле, и подороже. Но не дешевый. Вот, не дешевый. Ресторан, можно сюда в ресторан сходить. Угу. Как красиво, да? Такая пальма, большая пальма. Пальмой. Да. Какой отель. Сейчас покажу море. Такое море, да? Океан. Люди купаются, мокрые ходили. Я не снимаю, стараюсь не снимать людей. Ходили в этом, в купальниках. Смотрите, какие эти. Вау, какие монстры. Эти алоэ. Люди ходят, но я не хочу людей снимать. Вот это королевская пальма. Вот эта маленькая и очень пышная. Вот такая она. Смотрите, какая вода. Это шикарно. Это просто шикарно. И здесь такие пальмы. Сейчас пойдем посмотрим лучше воду. Давайте присядем с вами на лавочку и посмотрим на воду и помедитируем. И повизуализируем, да? Кому что надо. Ну и посмотрим за раз это все. Всю красоту. В воде купаются люди. Возможно, вода здесь не такая холодная. Хотя сейчас сегодня жары нет. Но вот. Смотрите, монтаж. У меня есть про монтаж видео. Но оно такое коротенькое. И там я, правда, снимала камерой получше. Но это тоже хорошее. Слушайте, купаются люди вон в воде? Купаются? Не холодно им? Ну вот там, где солнышко светит, вот та часть. Сейчас я заману. Посмотрите, как клево, да? Чтоб сюда только не свалиться, блин.
Вот. Посмотрите, как красиво. Это просто нереально красиво. Ну, какая-то мелкая вода, значит, здесь не должно быть холодно. Надо будет протестировать этот пляж. Я здесь не купалась ни разу. Ну, я вообще нигде не купалась. Один раз упала в воду. Случайно поскользнулась, упала в воду. Вот все мое купание в Калифорнии. Ну, если здесь такая мелкая вода, возможно, она не такая холодная, она немножко прогревается в горячий день. Посмотрите, как в этом, в Калифорнии, как во Флориде. Только волны посильнее. Как Флорида, да? Красивее, конечно, чем во Флориде. Эти все горы, это все, ой. Присядем немножко и ненадолго. Здесь не видно за этими. Вот сюда, поверну сюда, помаленьку. Все вам хорошо покажу. Смотрите, вода должна быть не очень холодной. Не знаю, надо будет куда-то сюда приехать. Да. Обалдеть. Не, зумом как-то не то. Не знаю. Я не очень вижу дисплей хорошо, потому что солнце светит. Смотрите, там синее, а здесь такое оно молочно-бирюзово-зеленое море. Не океан, не оно, а он. Да. Ляпота. Пойти что ли вниз и оттуда поснимать, не знаю. Там крики, там визжат очень, там не хочу туда. Лучше сверху. Сейчас пройдемся и дальше смотреть, как там. Видите, плавает в воде. Может, она и не такая холодная в этом месте. Такая мини-бухточка, как-то очень мелко. То, что надо. Все, пошли дальше. Тут кто-то сидит, заселился в этот отель. И это, смотрите, видите, отель, какая пальма. Вот это пальма, да, я понимаю. И она вся аккуратно, ее подстригивают. А вот это что? Какая прелесть, нет? Такое целое дерево с такими. И они все будут расцветать. Вот эти вот бутоны, они все будут такими красными. Как красиво, да? Смотрите. Ой! И эта пальма здесь. Да. Это калифорнийские пальмы такие. Как красиво. Вот это идиллия. Вот это, я понимаю, жизнь. Отсюда видно хорошо. Посмотрите, как видно отсюда хорошо. Тепло, но нету жарищи. Наверное, вода холодная еще. Наверное, надо сюда идти, когда жарище. Ну, когда жарко, когда 90 там с чем-то, 100. Тогда вода точно не холодная, но она нагревается. И тогда и кабану взять с собой. В кабане холодно, между прочим. Там бывает достаточно, ну так, зябко. Даже в жару. Посмотрите на эту идиллию. Говорю, это чудо. Это чудо, как красиво. Нифига мы в ту Флориду поехали. Присяду здесь, потому что поснимать хочу. Отсюда. Ой. Вот, понаписывали уже. Бедные растения. Здесь есть другие пляжи, где очень-очень клево, где походить можно, где можно что-то посмотреть. Есть другие пляжи. Но за один день мы везде не походим.
Сюда надо было обязательно. Это такой красивый пляж, что сюда надо зайти. Посмотрите, как красиво. Такая лавочка и море, океан. Как красиво. Еще одна лавочка здесь. Идем, идем дальше. Идем, у меня 2 часа всего проплачено. Не хочу, чтобы оштрафовали. Я забыла, в котором часу я билет купила. Ну, проплатила. И хорошо, что я вспомнила, что мне... А то здесь можно и 5 часов провести только так. Еще лавочки, смотрите, как красиво. Ой, вот это красотень. Вот эти растения нравятся, эти пальмы. Боже, какая идиллия. И там люди, не хочу их снимать. Но вот эти очень выросли. Они какие-то поменьше были. Они выросли за 2 года с половиной. Здесь можно сойти на пляж. И еще одна лавочка. Вот сойти так на пляж можно. Смотрите, как красиво. Да, это, конечно, пляж шикарный. Пляж Монтаж. Да. Ну, идем дальше, идем дальше. Вот и этот пляж. Это пляж. Это ресторан. Ой, что это? Что это? Это что за животное с таким хвостом? Какое-то извращение. Непонятно, что это за животное? Это лошадь с таким хвостом? Готовятся к чему-то, либо к какому-то ивенту, либо к обеду, к ужину. С какого места не посмотри на этот пляж, он красивый, ё-моё. Он везде красивый. Посмотрите на это чудо природы. Какая красота. Да, мы дуры. Мы дуры, что отсюда... Ну нет, ну я не знаю, это... Теперь мы знаем, что с Калифорнии не стоит во Флориду ехать. Куда угодно, но не во Флориду. Потому что... И вообще, наверное, не знаю. Не стоило было уезжать. Жалко. Плавают люди, плавают. Так, здесь еще парк. Водички попить, если кому надо. Видите, поилочка. О, как здесь красиво. Ой, мама моя. Посмотрите на эту благодать. Здесь уже скалы здесь нет, ну там пляж, ну там дальше есть пляж. Там дальше есть пляж, но он, по-моему, он глубже. Но отсюда не очень видно. Тут лавочка посидеть, помедитировать, посмотреть вот на эту красоту. Это просто чудо природы. Идем отсюда, а то мне уже хреново делается. Ой. Цветы пахнут обалденно. Много-много цветов. Лаванда вон сзади. Лаванда. Видите, лаванда. Здесь лаванда тоже. Вот лаванда, пожалуйста. Лаванда пахнет. И здесь лавочка как раз. И с двух сторон лаванда. Посидишь и лавандой подышишь. И какую-то еще и пользу. Не только наслаждение, но и пользу получишь от лавандового масла. Да? А вот это, вот что это? Это же красота неописуемая. Посмотрите, что это? Это море сверкает огнями, отражается солнце, как красиво. Да. Да, не Флорида, конечно, не Флорида. Но здесь океан холодный. Вот. Идем туда. Красиво.
Там сидят, загорают люди, лежат. Да, это все лаванда, смотрите, это все лаванда. Прикольно. Но ее пообрывали уже, или она уже отцвела, не знаю. Вот этот забор мне очень нравится, он какой-то очень выгоревший. Он раньше был новеньким, он или крашеным был, какой-то темный был. Какой-то сейчас он очень выгоревший. Все равно красиво. И вот это красиво, и все здесь красиво. Все-все красиво. Да. И собака красивая. И все здесь красиво. Все сделано для людей. Какая благодать. Хм. Потом эти люди уедут и на работу. Каждый день, изо дня в день, изо дня в день. Но местные не приходят сюда. Местные им хорошо. Такая собачка хорошая. Да. Вон какая прелесть. Какие... Слушайте, я уже здесь загорю сейчас. Какие пальмы, да? Это королевские пальмы. Ну, насколько я знаю. Может, они по-другому называются, но я знаю их под королевским, под названием королевской пальмы. Вот. Как красиво, шикарно, просто шикарно. Какие цветы. Везде красота. Ну, что я так тихо говорю? Непонятно. Эти пальмы, это чудо. Это просто чудо, эти пальмы. Так красиво. Видите, какие интересные пальмы, да? Калифорния. Здесь что-то воняет. Воняет, как во Флориде. Recycled. А, здесь это recycled water. Переработанная вода. Канализация, короче. Они поставили табличку. Видимо, жаловались люди, что воняет. И чтобы не жаловались, и табличку. Вот это бунгало. Они дороже, они дорогие бунгало. Это идиллия. Я не буду долго здесь снимать, потому что у меня осталась одна батарейка. Я еще хочу вам показать Калифорнию. Еще походить, погулять, показать. Как красиво здесь. Вот русские говорят, слышите? Наши везде есть, наши люди. Давайте пройдем сюда. Что здесь? Ага. Ну отсюда, конечно, тоже шикарный вид. Такой небольшой пляж здесь, но он глубокий, видно сразу, вода глубокая. Боже, эти свидетели, они везде, в жопу без мыла, блин. Они везде. Какого хрена они сюда приперлись? Дайте людям отдохнуть. Уже сюда. Ой. Ага, здесь с этим можно тоже на берег. По-французски говорили. Много туристов, говорю. Вот. По-моему, мы были на этом пляже. Мы просто ходили вниз, но не плавали. Точно были. Все, идем дальше. Идем дальше. Здесь душ, можно помыться. Вот. Такое, ой, какое дерево. Ха. Как красиво, да? Идиллия.
Ну, там уже не очень, там уже так, ну, красиво, ну, то же самое. Там уже не такой пляж красивый, как здесь. Здесь душ, прям как душ. Можно помыться. Люди стояли, не хотела снимать. Водичка, попить водички. Вот. Ой, люди гуляют. На улице люди, я уже час на улице хожу. Не могу поверить. Это небо голубое такое, голубое-голубое. Это вот знак Калифорнии, синее-синее небо. Оно почему-то еще не очень синее, но оно бывает синее. Вообще такой насыщенный синий цвет бывает. Ой, погода обалденная. Мне вот Боженька дал хорошую погоду, не жарищу и не холод, а хорошую-хорошую погоду. Потому что здесь бывает вечерами и утром холодно. Бывает, а у меня так хорошо. Я никакого кондиционера в отеле не включаю, я его выключила. Мне как раз так, как надо. Нормально. Вот, ни жарко, ни холодно, как надо. Как супер клево. Вчера хочу, пока мы здесь. О, нет, я. Ну нет, ладно, скажу. Скажу. Все равно надо что-то говорить. Ой, какая пальма. Отсюда надо ее сфоткать. Вчера в отеле делала видео и думаю, включу телек. Давайте мы пройдем пройдем сюда и с этой стороны выйдем, и там я пройдусь к машине. И вчера смотрела интервью, не интервью, он в Северной Дакоте, Трамп, выступление Трампа на ралли. Ну, ралли это когда он перед... Ну, ездит по городам и выступает, уже готовится к следующим выборам. Вот, и сейчас на меня налетят. Покажу это. Эти пальмы, это я обожаю их. Так вот, он речь держал. Вот, и говорит за сколько, 2 года или сколько прошло, что его выбрали. Он говорит, наше президентство, наше с вами. Не мое, говорит, а наше с вами. И говорит, 3 миллиона рабочих мест открылось в Америке. 3 миллиона. Считайте, если в Америке 300 тысяч человек, 300 миллионов человек, 3 миллиона это 1%. Значит, безработица упала на 1%. Она была 5,2, значит, она должна быть 4,2 сейчас. Там 3 миллиона с чем-то было. Вот даже больше. И это самое, и говорит, среди черных афроамериканцев исторически самая низкая безработица в Америке, исторически, значит, за все время Америки. Эти оранжевые цветы тоже люблю, они такие необычные. Говорит, за всю историю Бога. Стою и жду, пока этот белый мусор пройдет со своим рэпом грёбаным. Это в таком месте, оно идет по улице, там, где нормальные люди отдыхают, оно идет со своим рэпом на всю катушку. Дебилы. Говорю, белый мусор. Вот это пример белого мусора. Так вот, и Трамп говорит, за всю историю Америки, США, сейчас самая низкая безработица среди испаноязычных. Вот, и это... Потом еще приводил такую статистику, всякую разную. Говорит, они вводят какой-то налог, поставление налога для детей, на детей. Потом на бизнесы меньше на 20% надо платить бизнесам, ну, налоги немножко меньше. Ну, это до 2020 года, по-моему, или как-то так, или до 2024, не помню, не помню. Вот, но все равно. И всякое разное говорил, и меня, я так послушала, и... Я рада, что я за него голосовала. Вот так. Вот всем злопыхателям на зло. Вот я рада, потому что он о нас заботится, о нас, американцах. Вот и когда вы приедете в Америку, и когда вы станете американскими гражданами, вы это все цените, и вы будете рады, что хотя бы кто-то ваши интересы отстаивает. Хотя бы кто-то, хотя бы когда-то. Он еще приводил статистику, что экономика, ну как бы, лучше, чем при Рейгане. Они только вот за это время они уже заработали дополнительных, ой, сколько там триллионов,
7 или 9 триллионов дополнительных. Вот. Как здесь красиво. Нет, это невозможно. Хочу показать вам отсюда пляж и немножко отеля. Вот. Как красиво. Это, вот это все очень выросло. У меня есть видео, там оно все поменьше. Сильно-сильно выросло. Как красиво. Всякие бабочки летают. Осы, пчелы. Идиллия, короче, одним словом. Все, идем еще наверх. Там люди были, я не хочу людей снимать лишний раз, если можно. Вот я хочу, чтобы красоту видели. Ну, люди тоже красивые. Я не говорю, что люди некрасивые. Ну, как-то не... Надо стараться людей не снимать, вот. Не каждый любит. Вот, что такое. Ну, если есть люди, значит, есть. Вот, а когда можно их избежать, лучше не надо. Так вот, я про Трампа. Ой, запыхалась. Дома сижу на кресле. Ничего не двигаюсь. Сейчас покажу сверху. Все, пришли. Как красиво, да? Как красиво свет с высоты. Мальчик стоял, ждал, пока я фотографии делаю. Дети, люди хорошие. Как красиво. Это идиллия. Это просто... Боже мой, я сейчас в Флориду завтра еду. Ё-моё. Ой, помолитесь за меня. Это капец. Автобус едет. Тролли. Называется тролли. Он тут ездит между интересными городками, местами. Сел, слез. Вон. Тахо, как моя, только черная. Ой, как мне хорошо здесь. Я не могу. Немножко влажности есть, между прочим. Немножко. Я чувствую влагу. Не сухо, не сухо ни разу. Вот. Но иногда здесь сухо, иногда не сухо. Вон какая лампа, она ночью светится. Знаете, как красиво? Так, чтобы не навернуться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Coast Highway. Ну, вот этот PCH. И здесь отель. Там валет. Валей. Они там валей, они забирают машину твою и паркуют, и себе идешь. Да, и вот горы. Смотрите. Вон там на горе дом. Красиво, да? И хайвей с трафиком. Там какой-то шаббат, Jewish Center. Вот перед нами с красной крышей. Ну, маленький такой квадратненький. Значит, мне надо на ту сторону перейдем, и потом еще раз перейдем и пешочком туда. Можно было по пляжу пройтись лучше. Лучше было бы посмотреть красоту. Не знаю, стоит ли. Ну, я уже здесь, ладно. Уже пойду, как пойду. Вот такой пляж. Монтаж был. Смотрите, здесь магазины есть. Даже это аптека, Chase Bank. А здесь этот монтаж, он довольно большой. Я здесь припарковалась очень как раз близко. Можно было пройтись, ну, по пляжу назад. Но я вот так. Как уже вышло, так вышло. Здесь высадили, видите, между ними есть такие, поливания. Будет полив, капельный полив. Вот. И они маленькие сейчас, эти растения. Смотрите, какие маленькие. А потом такие будут, вырастут. Вон, вымахали те, что в тенечке. Либо их раньше посадили, либо что, или это другие растения. И они потом хорошо разрастутся, вырастут, красивые будут. Вот, видите, хотя воды нету, но вот капельный полив их спасает. Будет красиво, зелено. Почему во Флориде нельзя такое сделать? Там же вода с неба падает. Она бесплатно падает. Почему нельзя это сделать? Кто им мешает вот такое вот это сделать? Я не понимаю. Мне это тяжело понять. Мне, наверное, для этого надо это в университете учиться, чтобы понять такое. Так, все, машина. Все, едем. Интересно, сколько времени прошло? А у нас еще, ё-моё, целый час есть. Зачем я платила за 2 часа? Ну... Такое вот видео было про пляж-монтаж. Всех люблю, целую. Чао!